леггинсы Мариан. Я хочу сразу рассказать тебе историю. Когда мы с моей дочкой и с мужем выбирали для нее куртку, я увидела детские леггинсы на меху. На 10-летнюю девочку, представляешь, это вот такие вот. Одного размера. Знаешь, сколько они стоили? 600 рублей. Я хочу сказать, Лена, что недавно, заходя в магазины, я выбирала для себя плотные колготы. Так вот, колготы итальянского производства из качественной микрофибры стоят сегодня 1500 рублей. Вот так, вот посмотрите. Но в этих колготах нельзя ходить с укороченной одеждой и не выйти на морозы. Внимание на экран. Сегодня мы поговорим с вами о Вильбоа. Это французский эко-мех, который широко применяется в производстве не только детской одежды, как сказала Лена. Сегодня наши красавицы с богатыми формами могут позволить себе защитить себя от морозов до минус 30 градусов. И это леггинсы Марианна. 999 рублей, а вы получаете и шубку для ваших ножек, и необычайно красивый стильный образ. Давайте разбираться во всем поподробнее. Больше всего, что мне нравится, это минус 30 и единый размер. Кстати, у нас ограничение до 60 размера. Я бы сейчас пригласила к экранам женщин 62 и объясню почему. Так. Иногда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И я думаю, что сейчас то, что я вам продемонстрирую, порадует вас. Итак, 62-й, присоединяйтесь к нам. Невероятно эластичная текстура нашего материала. Это плотная микрофибра, которую можно сравнить по нежности и качеству с хлопком. Идеально подстроится под наших женщин. Итак, наши стильные леггинсы мы можем носить с чем угодно. И сейчас мы ждем на подиум наших моделей, которые вам продемонстрируют невероятную красоту. Леночка, я хочу рассказать о том, что у моей дочери с прошлого года появилась аллергия на синтетику. Она не может носить капроновые колготы, это правда. И многие женщины сталкиваются с зудом, с болезненными ощущениями. Капроновые колготки зимой категорически нельзя носить. Что делать женщинам? Так в мир моды пришли леггинсы на меху. Поэтому сегодня каждый из вас подбирает для себя идеальный ансамбль. Ну вот и наша Виктория уже сегодня на главном подиуме нашего телеканала, и я не могу оторвать взгляд от этих стройных ног. Вот, казалось бы, Света, теплые леггинсы на меху, но при этом ножки точеные, как, не знаю, как у статуэтки. Да, на самом деле ножки Вики выглядят подтянутыми, стройными. Это все благодаря матовому материалу. Чем он темнее, чем он более матовее, тем ножки выглядят стройными. А еще мне очень нравится то, что наше полотно эластично. На самом деле очень стильно смотрятся наши брючки. И поэтому мне нравится, что леггинсы Марианна очень эффектно смотрятся на ножках. Ну вот на нашей моднице Вики мы видим с вами тунику Илона и яркий палантин, который появится в нашей программе немножко позднее. Кстати, Викочка, ты можешь немножко снять палантин. Жарко, и показать, наверное, тепло, да, очень. И показать, как смотрится леггинсы Марианна с туникой Илона. Ну, посмотрите, готовый ансамбль, туника и леггинсы. Вот он, ваш теплый, уютный ансамбль, который при этом еще вас и стройнит. И все это леггинсы Марианна, у нас единый размер. И цена премьеры 999 рублей. Слушай, вот так часто бывает, Свет, надеваешь на себя теплую одежду, выходишь на мороз, а спина оголяется. Давайте попросим нашего режиссера Юлю показать зону талии. Вообще многие женщины с формами всегда имеют здесь секреты. Так. Вот моя мама очень любит носить вещи с высокой посадкой. Подбирается весь животик. Посмотрите, какая здесь широкая эластичная лента. Причем она очень упругая, но в то же время мягкая. Женщинам, у кого есть животик, это будет очень удобно. Наша лента двойная, посмотрите. А это значит двойной эффект стройности. Когда вы надеваете такие леггинсы, настолько уверенно и защищенно чувствует себя женщина, все подтянуто, к поясничке все прилегает, ветер не будет продувать, поэтому вам будет очень комфортно. Конечно, комфорт и стройность и тепло до минус 30 градусов. Единый размер от 48 до 60 и цена премьеры 999 рублей. Дозвонитесь прямо сейчас и успейте забрать для себя свои леггинсы. Вот уникальный и универсальный подарок для, ну, под Новый год, потому что вы не прогадаете с размером. Ведь он у нас единый, подстроится абсолютно под каждую красавицу. Мужчины, мамочки, дочери, сделайте подарок своим близким, подарите заботу о своих любимых. Пока у нас нет
Нет никаких ограничений. Это первый выпуск рубрики «Мода». Мы даем нашим женщинам возможность украсить не только себя. Я лично куплю эти леггинсы всему женскому составу моей семьи. Маме, сестре, племяннице и моей дочери. Это прекрасно, потому что сегодня есть у нас возможность выбрать по такой цене уникальное предложение. То есть ты покажешь свою любовь, Свет. Леночка, я согласна с тобой. Ну а как стилист, я хочу показать сейчас вам идеальное сочетание. Начало нашей программы было теплым и ярким вместе с туникой Илона. Поэтому для тех, кто уже заказал для себя эту удивительную базовую модель, есть повод показать свои стройные ножки. Наша туника Илона, это выбор Виктории, отлично сочетается с леггинсами Марьяна. Поэтому не упустите свой шанс быть не только красивой, не только защитить себя от морозов, но еще и продемонстрировать свою женственность. Слушай, Свет, вот хотела спросить, вот у моей подруги, у нее икра такая вот довольно широкая, выбирая для себя леггинсы или лосины, она просто, вот, знаешь, туго очень давит. Иногда даже не вмещается. Да, Леночка, я поняла твой вопрос. Давайте посмотрим сейчас. Посмотрите, самые полненькие ноженьки будут стройными. Да. Посмотрите, как хорошо тянется наше полотно. А еще мы видим здесь цветы. Очень красиво. Это называется термошрифт. Когда полотно пропускается через валики, нагретые до высокой температуры с узором, и мы получаем такую ткань. Она очень прочная. Я хочу вам показать эксперимент. Я сейчас царапаю ногтем наше полотно. Оно остается целым. Безупречно. Такие леггинсы можно носить годы, годами. Вы сегодня выбираете свое тепло и стройность не на один сезон. Заботитесь о своем здоровье и дарите себе еще и стройность. Дозвонитесь прямо сейчас, сделайте себе теплый подарок. Шубка для ваших ножек и, конечно, ваша стройность.